Что там? Так, меня много просят сказать, как лепешки делаешь эти богатые. По порядку, начни сразу. Ну что, беру дрожжи, теплой воды. Дрожжи покажи, какие берешь. Ну, обычные, быстродействующие. Ну, а некоторые против дрожжей воюют. Такая у меня кружка. Это что такое? Кружка под воду, кружка. Ну, кружка под воду, потом... Беру теплой воды. У меня есть горячая, вот холодная. Разбавляю, чтобы была теплая вода. Наливаю вот в этот тазик. Сейчас у меня уже... Тазик, какая вместимость его? Я уже замачиваю, не знаю. Я всего литру развожу. Так, налил? Налил, то есть дрожжи эти высыпал, размешал. Ложку сахара столовой. Ложки сахара? Одну? Да, ложку сахара, да. Без горки. Чуть больше ложки. Да, это столовой. Как говорят, чтобы дрожжи могли питаться. Как бы такой смысл. Их размешал, сахар размешался, взял соли, ложку добавил тоже. А, соли, да, немножко. Да, потом размешал тоже. Потом уже добавляем муки через сито. Вот сито. Вот. Так, муку просеял. Да, просеял. А куда отсевки, то отруби куда деваешь? А? Отруби куда деваешь? А отруби тут нету, тут просто иногда эти камушки такие попадаются, ага. Слипшиеся, сама мука. Все, потом замешиваю, получается опара. Стоит опара минут 30, там, может больше даже, а может меньше. Ну а сколько, много-мало, как-то узнать надо примерно, сколько, чего на сколько? Ну муку я делаю на глаз, я не могу сказать. На глаз. Это я знаю, я сказал, вот литра, ложка, то есть все понятно тут. Глаз свой-ка другим не отдашь, а кружка самим нужна. Ну и потом тут она тебя начнет пыхтеть начинает. Ну а пара поднимается немножко на несколько сантиметров. Там, а как-то. Где ты ее держишь, тазик-то? На улице? Ну, бывает, если сильно жарко, здесь. Если хочу, чтобы быстрее, туда поднимаю. А, это русская печь, наверху. Да. Там пара поднимается, добавляю еще муки. Уже замешиваю, чтобы было тугое тесто. И ставлю опять в тепло, опять поднимается. До определенной высоты. Вот, да, как только лепешки раскатывают, сколько ушло на это время? До этого, до раскатки лепешек. Не знаю. Ну, часа полтора-то ушла. Часа полтора-два. Так, и потом ты начинаешь их. Да, потом лепешки делаю, вот они. Вот такая у нас сковородка хорошая. Чугунная, тяжелая такая. Ага. Вот я засыпал. Вот ты русскую печь или на голландке? Нет, здесь, да. На голландке. Да. Это можно, наверное, вон на той большой это, электроплите можно? Можно, да, ну. А что, сжечь электричество? Ух, такой славный. Дрова-то лучше. И как ты узнаешь, что она, чтобы спеклась и не сгорела? Ну, чаще надо... проверять? Ну, проверять надо, да. Все зависит от огня. Если... На электрическое там легче. Поставил определенную температуру и пускай пекется. А здесь температура тут зависит от того, сколько ты дров положишь. Если переклал больше дров, она будет гореть. Если немножко положила, она чтобы подрумянилась, тогда хорошо. Пускай она подольше постоит, но зато пропечется нормально. А вот люди, которые сами там дрожжи делают, целую неделю подготавливают особую муку. Не дрожжи. А что они? Закваска. А, закваску. Закваску делать. И еще это означает, что лучше или что-то? Дольше жить будет? Не знаю. Говорят, лучше, потому что еще и в Библии сказано о закваске. Ага. Что женщина положила 3 меры муки. Взяла закваску и положила 3 меры муки. А дороже это не закваска? Я не знаю. Ничего. Но роль-то та же самая. Ну, роль-то та же самая, да. Только что закваска, она медленнее делается, поднимается. Раза, может, два в три. Вот. А дрожжи быстрее? А дрожжи быстрее, да. Ну, однако, народ-то берет дрожжи, а закваски-то нет нигде. Ну, почему? У нас вон у Ирины Устиновой есть закваска. Закваска? Да, Георгий Пахмутов приезжал, у нее брал себе, чтобы развести. Понятно. Вот много раз просят как. Ты каждый раз показываешь, а они опять просят. То ли, видимо, нет лепешек или муки не хватает. Да может новенький подходит. Надо просто этот ссылку давать на ролик, да и все, пускай смотрят.
Лепешку. Тут ничего особенного нету. То есть я ничего не добавляю туда. Обычно добавляют там бывает молоко, там кефир, что-то. Даже вот я тут смотрел, можно хлеб, как он называется, из тыквы сделать, хлеб можно. То есть тыквенная каша добавляется. Толченка. Да. Ну вот так все, в принципе. У меня все быстро делается, я не хочу там возиться долго с ним. Масло растительное я редко добавляю в само тесто. Сейчас в основном без масла. Она и так хорошо печется. Понятно. Да. И все, да? Главное дать им подняться. Подняться. Она сейчас будет у тебя увеличиваться. Да, вот еще минут 30. И тут будет лежать и будет увеличиваться. Да. И на это сколько она потребуется время, чтобы она надулась? Все зависит от температуры, какая у вас дома. Ну, у нас сегодня сколько температура? Наверное, градусов 16 есть? Нет, при чем тут улица-то? Дома, внутри помещения. На пекарнях-то там обычно жара стоит. Ну, а когда на улице 30 градусов летом, то можно вынести на улице, наверное, нет? Нет, не надо. Я не выношу. Может и надо, но я не выношу лично. Понятно. Этого хватает тут. И все на этом, да? Все, да. Потом только показать, какие будут уже. А где? Когда придут тогда? Да. Я продолжаю стряпать лепешки. Вот у меня уже эта третья лежит. Я уже одну испек. Сейчас покажу результат. Вот заложил вторую. Вот она у меня лежит. Это я пальцами брал. Отпечатки остались. Лучше, конечно, всего, когда в форме поднимается, чтобы сразу раз поставил, тогда она не будет опускаться. Вот она лежит, козочка наша, да? Синеглазка. Я, красавица наша. Мышек таскать в течение дня по несколько штук, чтобы по 5 можно притащить запросто. Вот. Тут мы обедаем, сидим. Это вот лепешка первая, которую я испек. Она с одной стороны подварилась и со второй. Вот так вот. Какая толщина? Ну, два пальца. Угу. Вот, посмотри сбоку. Ну, не знаю, сколько тут сантиметров. Угу. Ой-ой-ой, горячая. Горячая, да. Ее надо это. Ну, какая величина, ее вот рядом фотографируй. Рядом, я не дальше, ничего, ровно делаю. Угу. С голову. Конечно, головы разные, пироги разные. Надо разломить ее. Или разрезать. Ай-яй-яй. Разломите, чтобы видно было, как пар идет. Да? Да, видно. А-а-а. Летом пар идет. А? Я говорю, летом, а пар идет осенью, вернее, уже. Ну, мастер. Да, я только снял сейчас. Там вот козочки пасутся. На заре пасут. Благодарение Богу. Да, слава Богу. Сегодня рыбы нету, постный день. О, белый. Лижет ее. Так вот. Любовь у них. Кошачья. Видишь, какой? Свой виноград, помидоры, ягоды календа, своя картошка, утюг купленный. Компот, ага. Пьянички тоже. Поработали, пообедали сейчас, опять. Ну так, слава Богу, за все. Аллилуйя.